прекрасно понимаем, что путь по созданию единой страны не может быть устроенным искусственным интеллектом, инфраструктурой, опирающей на суперпроизводительные системы обработки информации. Экономическая политика проводится, как известно, по диктовку международного. Развитие кризисных процессов в социалистических странах привело к серьезным негативным последствиям и для международной обстановки. Разрушено не только государственное единство Советского Союза. Разрушенный баланс сил на мировой арене, на котором более 4 десятилетий базировался международный мир. Реформирование экономики в интересах народа. Реформы необходимы. Это даст возможность привлечь бюджет в порядка 80 необходимости участия в деятельности и программных. Не спускайте вниз, сейчас стоп. Взял разоренную, измученную войне стране, оставил ее единой, целой, крупной, с хорошим твердым рублем, который котировался на всех мировых рынках, не череда тому, что делается ныне. Сильной армией, уважаемой страной. Я бы хотел, чтобы и у нас так получилось. О страшной опасности оппортунизма в коммунистическом движении. Он дает подмена революции, резолюции и гроб тех левых компартий, стоящих на позициях великого Ленина. Мы были маленькие, это считался наш дедушка Ленин, так сказать, считалось. Нет, а сейчас, в принципе, я в это не верю. То, что они вернутся к власти, нет, не вернутся. А вы? Мне кажется, плохо будет. Почему? Ну, видите, до чего страну довели. Победила она один раз в 17-м году, и что? Понятно. Ну, говорили о том, что Ленин, ну как же, это типично Непман. Симости диктатуры пролетариата, государственного и политического гения и прозорливости Ленина. Только...